Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Самое время, должна я сказать, потому как у нас физкульт-минутка. И сегодня у нас в гостях фитнес-инструктор Александр Лобанов. И у него сегодня день рождения! С праздником, привет, Саша. Привет, спасибо, спасибо. Пусть, наверное, для вас это будет какой-то маленькой мотивацией, то, что неважно, что у вас в жизни происходит, это радостный момент, либо не совсем. Всегда занимайтесь спортом, находите на это время и... будет все у вас замечательно. Будьте такие же радостные, веселые, как наши ребята. И как ты, давай. И как я, да. Хорошо. Итак, ну сегодня я себе позволю чуть такую лайтовую тренировочку. Хотя для вас, может, она кажется и не слишком. Поэтому начинаем с чего? Проработаем нашу спину. Широчайшие большие мышцы. Я взял гантельку. Вы можете взять любое утяжеление. Ну, желательно гантельку, потому что все время удобно, комфортно. Можно гирьку легенькую. Наклоняемся вперед. Упираемся рукой в колено. Рука снизу. Подтягиваем к поясу, прожимаемся легонько и опускаем обратно. То есть тяга гантели к поясу. Хорошо. Оп. Ну, опять же, перечередовали на другую ногу и поработали. Хорошо. Делаем так 4 подхода, там по раз 10-15 будет достаточно. С утра вам взбодрится то, что нужно будет. Потом же, находясь в этом положении, только же две ноги вместе, корпус наклоняем слегка вперед, прижали локоть. И отводим в сторону. Отвели, прожали трицепс, уже работаем на трицепс, и обратно вперед. Хорошо, прожимаемся, не торопимся, аккуратно, чтобы не получить травму. Оп, и поменяли. Для девочек важное упражнение, конечно. Да, многие приходят и говорят, ну, так руку болтают и говорят, Саша, надо подтянуть, понимаешь? И я говорю, ну вот, становимся, аккуратненько, с прогибом в поясничке, и работаем. Весьма хорошее упражнение. Итак, и заключительным наше будет, чтобы уже раз заняли спиной, ее укрепить до конца, мы будем делать наклоны. То есть грудь вперед, спина ровная, наклонились, растянулись. При этом у нас еще бицепс бедра подключается. И обратно встали, свели лопатки. А что же с пустыми руками? Ну, можно и с пустыми. Но я же говорю, это уже будет как разминка, чтобы уже добить спину. Больше в статике, смотри, мы опустились, подержали слегка, спина в напряжении. И обратно развелись, уже прожались. В общем, тебе наши зрители сегодня скажут огромное спасибо за такую зарядку. Потому что уж она, скажем так, не сильно сложена. Но полезна. Но полезна, да. Полезна, это правда. Саша, спасибо тебе огромное. Мы желаем тебе прекрасного праздника. Проведи сегодня этот день вот полноценно празднично. Договорились? Да, на тренировке.